Да, сейчас вот это все будем менять. Благо, есть еще другое красивое постельное белье. И главное, что не на бортике, блин. Спрашивал про ее лоток. Вот у нас вот такой. Там чистенько все, аккуратненько. Вот он такой закрытый. Ну что, мы переодели. Сделали его сейчас чернику. Смотрите, как красиво все. Ой, ой, ой. Ой. Короче, Сашка сегодня ходила на горшок весь день, потом нормально. И под вечер опять пришла, нагадила. Просто жесть. На мое место, где я сплю. Короче, не знаю, в общем, мне там куча всяких советов дали, там, заласкать ее и так далее. Весь день сегодня ласкала, и нифига. Просто каждый второй посчитал своим долгом написать о том, что это месть, что у кого-то были такие же истории. Эти вот мега чудесные истории я сегодня читаю весь день. Напишите мне, что с этим надо делать. Потому что ласка ей не помогает. Весь день ее сегодня ласкаю, она все равно по итогу надула. Что с ней делать? Как эту ситуацию исправить? Мы не хотим ее отдавать, но поверьте, хочется уже ее просто придушить своими руками за такое поведение. Вот. Что делать? Скажите лучше. Я поэтому и написала изначально, что этот сториз был для тех, кто занимается конкретно британцами. Я знаю, что эта порода очень вредная, очень мстительная. Им все может не нравиться, что-то не по их. Они сразу вот таким образом все показывают. Как это исправить? Наполнитель ей не может не нравиться. Она в него ходит с самого рождения, в такой наполнитель, конкретно в древесный. Также мы стерилизовать ее пока не можем. Ей всего 3 месяца. Я же написала, это психологическое. Ей не нравится сын. Она испугалась других людей. Как эту ситуацию исправить сейчас, на данный момент? Ребят, мне правда, извините, конечно, меня за цинизм. Мне не интересны ваши истории, которые у вас там когда-то были, но вы их не исправили, а отдали кошку. Мне нужно ситуацию исправить. Исправить ее в самое ближайшее время, иначе меня нахер выгонят на улицу. В общем, чтобы удобнее было следить за моим малышоночком, мы сегодня с Леночечком опять в очередной раз выбираем длину и в параллель, конечно же, делаем еще красивый маникюрчик. Попозже все покажем.